Всем доброго дня, меня зовут Денис, YouTube канал «За Пиренеями». Приветствую вас всех из Испании, город Аликанте. Попробуем перевернуться немножечко. Всем привет. Надеюсь, что нормально будет выглядеть. У нас очень, очень тепло, такая приятная летняя погода, местами жаркая. Гуляю по парку Сан-Фернандо на горе Монте-Тос-Саль. Здесь у нас кафешечка, парковочка. Там дальше стадион. А давайте, кстати, я вам, впрочем, покажу, наверное, стадион. Потому что там мы еще не гуляли. Здесь, кстати, какой-то вот коворкинг-центр. Давайте с вами прогуляемся немножечко вправо. Если не ошибаюсь, здесь мы еще не гуляли. Точнее, гуляли немножечко вечером, но днем нет, кажется. Такой вот монумент. Честно, не знаю, что он именно означает, надо будет почитать. Гуляют пенсионеры, байкеры. В городе чувствуется, конечно же, такое оживление, связанное с сезоном. Правда, в этой местности не так это чувствуется, а вот ближе к пляжу, ближе к центру, оно ощущается больше. Появляются иностранные туристы. Туристы из центральной части Испании, севера Испании. Пляж битком по субботам, воскресеньям. Люди даже уже купаются. Я заходил в воду два раза. Водичка, конечно, не самая пока еще теплая, не горячая. Но, в принципе, купаться можно. Что еще вам рассказать? Так, в принципе, очевидно, что сезон какой-то намечается. Пусть он не очень будет хороший, потому что, конечно, я так понимаю, прежних объемов туризма пока еще не ожидается. Но вот по речи, по номерам я вижу людей из Франции, из Британии, из Голландии, из Германии, из Польши, отовсюду. И русские номера я вижу, кстати, не так много, но тем не менее. И русскую речь. Русская речь вообще везде слышна. Причем, ну, я так могу немножко, мне кажется, интуитивно понять, что по некоторым признакам, точнее, видно, что люди, видно, что приехали. То есть не те, которые здесь живут, а именно вот новые, скажем так, люди. Вот. Даже видел один раз, как риэлтор какой-то шел. И раз... Ну, очевидно, он был риэлтором. На переходе смотрю, такой рассказывает, вот здесь улица такая, там улица такая, магазины, супермаркеты. Ну, в общем, такой вот очевидно вел рассказ для людей, которые что-то здесь искали. Очевидно, приехали и что-то подыскивали. Так что какая-то активность здесь есть уже. Ну, точнее, не то, что есть, я в том плане, что немножко к лету меняется... темп города даже как-то становится больше каких-то активностей, немножко меняется ритм. Вот, поэтому сезон есть сезон. Очевидно, в курортном городе это проявляется так или иначе, даже в такую пандемию. Вот. Это, соответственно, можно сказать, северная часть севера. Получается, северо-западная часть Аликанте, стадион. В Аликанте есть свой футбольный клуб «Геркулес», «Эркулес». Здесь проходят множество тренировок, можно также бегать, есть тренажеры. К
как я понял, поле бесплатное вот это вот, то есть если оно не занято спортивными командами, можно приходить играть. Вот. Есть такое у нас тоже продолжение, собственно, этого парка Сан-Фернандо. Очень такая спокойная зона, не считая, конечно, стадион, когда он работает. И не считая, может быть, кафешки, которые наполняются людьми по выходным или по будням ближе к вечеру. Конечно, здесь все оживает. Люди ходят, гуляют, наслаждаются. Вот тоже красота. Не знаю, как называется дерево. Покажу вам. Такая вот. И мотороллер. На заднем плане такой. А, он все припаркуется. Не знаю, что еще рассказать. Очень приятная погода. К сожалению, никакая камера, конечно, не передает. Не передаст никогда. И никакой звук. Всю ту атмосферу, которую здесь можно ощущать, находясь только здесь. Поэтому, ну, что имеем, то имеем. Надо будет как-нибудь зайти и поснимать с вами пляж. Кстати, хорошая новость. На пляже открылась очень классная кафешка с очень доступными ценами. Например, кофе там по 1 евро. Кортада или кафе кон лече, кофе с молоком. Там всякие разные тоже и напитки. Алкогольные, безалкогольные. Бутербродики испанские. Называется Cien Montaditos. То есть 100 бутербродиков. Вот. Очень классная кафешка. Она прям на пляже Пастигет, сбоку, прям с видом на море. То есть можно, в принципе, взять кофе за 1 евро и наслаждаться морем. Вообще, в 15 метров от себя. Очень классно. Раньше там был ресторан достаточно дорогой. Вот, а потом это открылась вот эта вот сеть. С очень приятными ценами, очень вкусной такой едой. Ну, там разные есть и хамон, и бутербродики всякие, там такие вот испанские, как тапасы, всякая такая тема. Вот, очень приятно. У них там есть акции тоже по средам, по воскресеньям. Нужно будет, если можно будет снимать внутри, то я поснимаю. Вот, очень классное место. Мы очень обрадовались, что оно открылось на пляже, вот. Потому что все-таки кафешки, которые непосредственно на пляже, как правило, это все рассчитано на туристов, понятное дело. И, конечно, там ценники, ну, как бы соответствующие. Они тоже вполне себе доступные. То есть кофе там будет стоить, там, ну, 1,5 евро, может быть. Вот, смотря какой кофе. Но когда оно еще и по евро тебе, вот. И еще плюс у них очень такой вкусный, мне он нравится. Именно как у них он готовится. Вот. То, конечно, это очень приятная новость. Здесь тоже такая вот зона. Не знаю, попробую встать, показать вам. Здесь тоже можно всякие пикнички делать. Ну, без огня, правда, без мангалов. Иногда люди приходят, что-нибудь тут делают, кушают. Вот стадион. Как-то так. Там стадион уже более такой профессиональный. Именно футбольная команда «Геркулес», «Аликанте» и такой парк, продолжение парка. Так, ну что, у нас опять заканчивается время. Ничего вам сегодня такого полезного не рассказал. Просто такое включение из «Аликанте», из моего воскресенья, 13 июня. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем привет, всем пока, до новых видео. Буду показывать в следующем видео, наверное, пляж. Так что ждите новых выпусков. Всем привет из Испании.